Здравствуйте, вас приветствует Таганрогская телевизионная сеть. В студии Екатерина Гречко, и я познакомлю вас с прогнозом погоды на завтра. Спонсор прогноза погоды – частная биржа труда. Мы поможем вам бесплатно и в короткие сроки. Петровская, 25, телефон 36 11 80. И о погоде. Завтра в Таганроге малооблачно, ветер северо-восточный 8 метров в секунду, атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха составит 48%. Днем температура воздуха минус 3, а вечером минус 5. В Москве пасмурно, снег, температура воздуха минус 8. В Краснодаре переменная облачность, температура воздуха минус 3. В Севастополе малооблачно, снег, температура воздуха минус 2. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!